Авторы идеи – продюсеры Винсан Шальвон де Мерсей и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Дери и Паскаль Жарден. Тотали Спайс. Родео Драйв, 7 часов 30 минут. Обожаю свои ногти. Точно. И главное, никакой болтовни с маникюршей. А, что это было? Не знаю, но лично я не собираюсь это выяснять. Что происходит? Маникюрный маньяк. Автор сценария Николь Демерс. Беверли Хиллз, 10 часов ровно. Мега-мани-мания, мы идем. Мои ногти сгорают от нетерпения. Потрясающе. Лазерная полировка ногтей, электронная заточка, мощное распыление лака и шлифовка. Наконец-то сбылись мои мечты об идеальном маникюре. Глазам своим не верю, это так модно. И так дорого. Самые современные технологии маникюра дешево не обходятся, Сэмми. Идем, наши ногти ждут своего часа. Я хочу французский маникюр на руках и русские красные ногти на ногах. Интернациональные ногти, это мне нравится. Прошу прощения, у вас назначена процедура. Введите свое имя. Этот салон такой современный, здесь администратор полностью автоматизирован. Позвольте мне. Ваш сеанс маникюра и педикюра назначен на 30 мая. Но это только через 6 месяцев, мы не можем ждать так долго. Извините, но до мая все сеансы в салоне Мега Мани Мани расписаны. Но вы открылись только вчера. Только по приглашениям. Похоже, трио неудачниц снова не попало в список. Кстати, они сделали мне идеальную лазерную полировку и подобрали сумасшедший цвет, не правда ли? Подумаешь, Мэнди, в Беверли-Хиллз полно маникюрных салонов. Кому нужны эти снобы? Без маникюра от салона Мега Мани Мани нельзя стать участником конкурса модели Мега Мани Мани. Победительница будет представлять салон Мега Мани Мани. А, ты сказала модель? Даже если тебе сделают маникюр, обойти меня тебе не удастся. А теперь прошу меня извинить. Супер эксклюзивная полировка и блеск ждут меня. С меня довольно. Я должна принять участие в конкурсе модели Мега Мани Мани с маникюром или без. Настоящая мега-мани-мания. Кловер, по-моему, ты хочешь принять участие в конкурсе только из-за Мэнди. Я проникну в этот суперсалон, даже если ради этого мне придется умереть. Я пошутила! Доброе утро, суперагенты. Возможно, для кого-то и доброе. У меня, например, грандиозная маникюрная катастрофа. Боюсь, с маникюром придется подождать, Кловер. Нам грозит другая катастрофа. Тогда это многое объясняет. Два дня назад Беверли-Хиллз захлестнула волна загадочных похищений. Это Клара Хьюз, Джессика Уокер и еще три девушки, идентифицировать которых пока не удалось. Они были знакомы? Это нам неизвестно. Интересно, что же у них общего? Именно это вы и должны выяснить. Похищения продолжаются. В службу спасения только что позвонила очередная девушка. Нужны реактивные костюмы. Есть! Вот ваши гаджеты. Бросающаяся тушь, удлиняющая тушь, ресниц, горячая острая жевательная резинка и многофункциональный шарм-браслет. Удачи, девочки! Голливуд, 11 часов 30 минут. Вы уверены, что это здесь? Тут так спокойно, мне даже хочется медитировать.
На мантру это не совсем похоже. Скорее, крик раздался оттуда. Уберите от меня руки, на помощь! Они похожи на Клару и Джессику, пропавших девушек. Посмотрим поближе. Ой! Или нет? Ой! За ними! А теперь вторая. Теперь знаю, что такое фигурная стрижка деревьев. Тотали спайс. Забудь о ней. Тебе конец. Что произошло с этими девушками? Не знаю, но мой костюм уже не спасти. Они какие-то странные. Похоже, вместе с суперманикюром они получили суперсилу. Кстати, о ногтях. Посмотри на это. Это самый красивый накладной ноготь в мире. Я думала, что знаю все маникюрные салоны в городе, но такого никогда не видела. Кто бы его ни сделал, он очень хорош. Даже слишком. Нужно вернуться в Возел. Отлично! Я сломала ноготь! Теперь маникюр от салона Мега Мани Мания нужен мне еще больше. Похоже, нам грозит очередная катастрофа. Ты не хочешь заново расставить приоритеты? Красота! Вот мой приоритет. Я всегда работаю лучше, если выгляжу ослепительно. Ну, Глэдис! Мне нужен сеанс маникюра. Как ты уже, наверное, заметила, мои прекрасные ногти уже не такие прекрасные. Сколько можно повторять? Я локальная дистрибутивная информационная система. Взламывать компьютеры, чтобы назначить сеанс маникюра, это ниже моего достоинства. Что же мне делать? Я не могу ходить со сломанным ногтем. Сделать маникюр самой? Ни за что! Что вам известно? Ноготь, который мы нашли, работа владельца маникюрного салона Мани Вонга. Да, я о нем читала. Это он выиграл кучу международных конкурсов. На протяжении 3 лет он остается мастером маникюра номер 1 в Гонконге и в мире. И у него есть медальон «Ногти за мир», а также золотой ноготь за особые заслуги. Ух ты! Он без 5 минут маникюрный посол мира. Я не знал, что существует такая должность. Ого, смотрите, камень в глазу шмеля – это передатчик. Зачем мастеру маникюра использовать в своем произведении искусство передатчик? Возможно, Манни хочет следить за судьбой своих работ. Мистер Вонг, если вы это слышите, ваше произведение искусства просто великолепны. Вы просто волшебник. Почему бы вам не отправиться в салон Манни и не посмотреть, что еще мы можем узнать? Мы так и сделаем, Джер. Идем в музей маникюрного искусства. Музей маникюра, 14 часов 22 минуты. Похоже, Мани забросил свой бизнес. С какой стати профессионалу его уровня бросать любимое дело? Его искусство востребовано. У нас есть только один способ это узнать. Нужно получить доступ к конфиденциальной информации об этом Мани. Отличная работа, Алекс. Ты делаешь успехи во взломе и проникновении. Спасибо, это верно. Ты идешь? Да, я на секундочку. Мега Мани Мани, чем я могу помочь? Здравствуйте, меня зовут графиня Южного Лихтенфельда. Я в городе всего на 1 день, государственные дела, знаете, и мне срочно нужно сделать маникюр. Отрицательный ответ меня не устроит. Прошу прощения, графиня, но разве вы уже не здесь? Конечно, продолжайте свою работу. Мне показалось, я выдумала страну. Забудь о маникюре и сосредоточься, Кловер. Извини. Похоже, о гигиене Мани не заботился. Но к своим инструментам он относится очень трепетно. Это 24-каратный золотой лак для ногтей.
А, посмотрите. Ой, это Клара Хьюз. Джессика Уокер. Это та девушка, которую они похитили. Вот и связь. Все эти девушки бывшие клиентки Манни. Должно быть, на выполнение такого маникюра ушел не один час. Все сходится. Это точно работа Манни. А? Что это за звук? Не знаю, но он идет оттуда. Похоже на радиопередатчик. Как ты думаешь, он как-то связан с передатчиком, который мы нашли на ногте со шмелем? Я думаю, да. Кто-то идет. Нам некуда спрятаться. Скорее, тут мы будем в безопасности. У них есть радиопередатчик, контролирующий мысли. Разве можно говорить о безопасности? Мне кажется, или Донна правда другая? Ха, похоже, она в прямом смысле стала рабыней своих ногтей. Дамы, я так рад видеть вас снова. Наверное, вы спрашиваете себя о том, что вы делаете здесь. Я хочу наказать моих бывших клиентов за то, что они отказались от моих гениальных услуг в пользу этой компьютеризированной фальшивки Мегаманимания. И вы, девочки, отберете у них все до последнего ногтя навсегда! Тотали Спайс. Это нечестно. Значит, вы все клиенты салона Мега Мани Мани? Всем привет! Не обращайте внимания, мы уходим. Незваные гости, взять их! Ау! Может, кто-нибудь меня спасет? С такими штуками ногти никогда не сломаются! Эй, разве я с тобой еще не разобралась? Убирайтесь вон, противные мани-мани монстры! Ты до сих пор злишься на нас за то, что мы не смогли спасти тебя? Я так и знала! Я одного не понимаю, маньяк Мани, зачем вам сводить счеты с Мега Мани Мани? Да, почему бы вам просто не внушить всем, что они должны стать вашими клиентами? Мега Мани Мания должна заплатить за то, что она сделала. И вы тоже. А теперь прошу меня извинить, художнику нужно подготовиться. Нам нужен план, пока Мани не превратил нас в маникюрных монстров. И пока он не уничтожил мою последнюю надежду на идеальный маникюр. Горячая и острая жевательная резинка. Мы можем использовать ее, чтобы освободиться от оков. Ужасно, но эффективно. Горячая штучка. Скорее, Алекс, Мани возвращается. О, нет! Что же мне теперь делать? Расслабься и наслаждайся своим маникюром. Остановите их! Кловер занимается фитнесом 3 раза в неделю? Не думаю, что накачанный пресс имеет к этому отношение. О, нет! Кловер стала маникюрным монстром! Постой, Сэм! А как же Кловер? Сначала надо предупредить Мега Мани Манию, а потом придумаем, как спасти Кловер! Не волнуйся, Кловер! Мы вернемся до того, как ты сломаешь следующий ноготь! Прошу прощения, у вас назначен сеанс. Нам не нужен маникюр, мы хотим предупредить вас. Монстры с длинными ногтями идут сюда, чтобы уничтожить ваш салон. Ноготь за ногтем. О, боже.
Звучит ужасно. Ради бога, не слушайте их. Они выдумали эту историю, потому что они неудачники, не могут попасть на сеанс маникюра и хотят наказать всех нас. Неужели? Ну что ж, на это у меня есть только один ответ. Большое спасибо, Мэнди. Ну все, с меня хватит. Нам нужно найти другой способ проникнуть. В салоне Мегаманимания на потолке есть окно, не так ли? Отличная идея, Алекс. Кловер была права. Я делаю успехи. Слушайте все, вам нужно немедленно покинуть Мегаманиманию. Если вы этого не сделаете, вам придется заплатить больше, чем за маникюр. А? Поэтому надевайте шлепанцы и уходите! Уходите! Ой, нет, я не хочу. Но у меня не высохла. Скорее, девочки! Не волнуйтесь, вы в безопасности. И не выходите, пока мы вам не скажем. Можно подумать, я буду вас слушать. В прошлом мы не ладили, Мэнди, но прошу тебя, сделай так, как мы говорим всего один раз. Пускай Мэнди остается. Это даже круче, чем я предполагал. Я хочу испробовать свой новый маникюр. Извините, у вас есть... А, введите свое... Ты все-таки проиграла, Кловер! Твоя зависть окончательно свела тебя с ума. Остановитесь! Это оборудование приносит радость таким же девушкам, как вы! Посмотрим, идет ли вам розовый! Вот это я называю полировкой! Алекс, берегись! Спасибо! Тот-то ли Спайс? Попалась! Может, просто поговорим об этом? Я суперагент, ты монстр! Это должно тебя задержать. На помощь! Когда я смотрю на тебя, я представляю себе спокойное синее море и пеликанов. Ух ты, правда? Это было бы так здорово, если бы взамен мне не пришлось стать твоей рабыней. Что? Получите свое собственное оружие. Единственный способ остановить их – сломать радиопередатчик. Я задержу их! Свяжись с Джерри! Джер, что это за шум? Вы в вертолете? Ты угадала, Сэм. Что я могу для тебя сделать? Нам нужен ваш вертолет, чтобы вывести из строя передатчики на ногтях монстров в музее маникюрного искусства Мани. Как вы думаете, справитесь? Дай мне 30 секунд. Вам конец! Теперь я больше никогда не пойду к маникюрше. Похоже, Джерри уничтожил передатчик. Что происходит? Где я? Что я тут делаю? Что произошло? И что я делаю здесь с такими неудачниками, как вы? Даже если Мегаманимания получит награды всех международных конкурсов, ноги моей здесь больше не будет никогда! Где я? О, вот это да! Мегаманимания! Вуаля! Да здравствует совершенство!
мы нашли модель мега-мани-мани. Что? Значит, я победила! Я победила! Постойте, мой блеск для губ хорошо блестит? А. Мы фотографируем только кисть и запястье. Нам нужна только фотография твоей руки, милочка. Поздравляю тебя с тем, что ты стала моделью мега-мани-мани, неудачница. Жалко, что никто об этом не узнает. По-моему, на сегодня маникюра нам достаточно. Ты права, Сэмми. Отпустите меня, я убью ее! Уйди от меня! Ты сошла с ума? Ты просто хочешь стать похожей на меня? Вот в чем твоя проблема! Оставь меня в покое! Отстань от меня! Искусственные ногти – это очень весело. Во-первых, они подойдут спортивным девушкам, таким как я. Ногти не будут мешать вам во время занятий спортом. Они подойдут умным девушкам, таким как Сэм, ведь им приходится так много печатать на компьютере. По-моему, смотрятся они потрясающе. Ну, давай. Дурацкая ручка. Кто-нибудь слышит меня? Выпусти!